Отже, радий представити нашого ранкового гостя, з яким ми поспілкуємося далі. Будемо готувати різноманітні ранкові страви. Сергій Ян, вегетаріанець. Доброго ранку вам. Дякую, що ви з нами. І так, сьогодні у нас величезне багатство на столі. Що будемо готувати? Ми будемо готувати свіжий суп із помідор. І також приготуємо спагетті із кабачків. Соусом. То есть, скажем так, есть варианты все сделать это из овощей. Друзья, да, сегодня это из овощей, все из только свежее. Угу. Итак, с чего начнем? В первую очередь. Мы начинаем с супа. Нашего готовим наш бульон. У меня сразу овощи появились в студии, сразу запах приятный у меня. Слюнка с самого утра, я думаю, друзья, у вас тоже завтрак, все хотят еще покушать с утра. Если что, можете синхронно с нами, если в холодильнике есть все эти ингредиенты, можете приступать к приготовке вместе с нами. Так, мы нарезаем... Да, мы нарезаем помидоры наши для нашего соуса. Угу. Все измельчаем. Это делаем в произвольной форме, угу, так как мы это все... Опускаем блендер, сразу, можно опускать потихоньку. По сути, если говорить, то получается что-то из разряда супа гаспачо, да? Да, он похож на суп гаспачо, но я не придерживаюсь обычно никаких рецептов. Я люблю выдумывать какие-то свои рецепты и также что-то дополнять, что-то убирать, что-то... которые мне больше продукты нравятся. Скажем так, фантазировать на кухне. Да, фантазировать на кухне. В этом есть свой кайф. Это своего рода производство. А если говорим вообще о вегетарианстве, как давно вы в этой теме и как давно придерживаетесь вот подобных канонов в плане пищи и не только? Подобном питании я уже 1.5 года. Я начал этим заниматься, ну как заниматься, я начал переходить на это питание, когда начал увеличивать физические свои нагрузки. Так как я бегаю марафоны и также ультрамарафоны. То есть, и по мере, так как пошли у меня ультра такие нагрузки, мне организм сам сказал, что переходи на овощную диету, можно так сказать. Скажем так, без мяса вы не особо страдаете. Я наоборот не страдаю, и изучив эту диету, я понял, что только с ней можно так быстро восстанавливаться и, соответственно, чувствовать себя очень хорошо. Потому что на данный момент я себя ощущаю в лучшей физической форме на протяжении всей своей жизни. Но в любом случае, если мы говорим, да, о диете, то это получается какое-то ограничение. Является ли это на самом деле так или все можно восполнить? Я думаю, это не ограничение даже, я бы сказал, а, наверное, упорядочивание своего рациона и понимание, что полезно тебе на организму человеческому, а что нет. То есть, изучив этот, опять же, вопрос, можно понять, что сырая, свежая пища, она более полезна для нас, чем обработанная. То есть при обработке пищи просто как бы мы убиваем много полезных веществ в продуктах питания нашего. Но в любом случае вегетарианство тоже, скажем так, обработка тех же овощей тоже происходит, не знаю, там на огне. Вегетарианство, либо... да, но в вегетарианстве я был очень короткое время, я сразу перешел на веганство, и на данный момент я занимаюсь как бы сыроедением, то есть я сейчас сыроед, то есть я ем только сырую пищу. Так, а теперь если по ингредиентам, это наши зрители параллельно и нас слушают, да, мы взяли... Мы добавили сладкий перец один и добавили, мы положили помидоры, сладкий перец и следом огурец добавили. А что еще нужно нам добавить? Я добавляю еще... пол лимона. Лимон. У меня же еще полтора часа эфира впереди. Я буду сейчас просто, как украинскую звучится дуже добре, сходи ты свиною. Я выдавливаю пол лимончика и добавляю специи. Здесь гималайская соль, ложка, пол ложки горчицы, пол ложки чайной асафетиды и пол ложки черного перца. Это мы все добавляем тоже сюда. Это все плюс, добавили, плюс. Да, плюс я добавляю масло холодного отжима, около 2 ложечек. Уже видно сразу, человек в этом деле не первый день, уже может на глаз это все определить. Так, есть. А теперь что мы делаем дальше?
Все, мы это все погрузили в блендер, закрываем и начинаем это все. Завершуємо, уже доробили усе, що необхідно. А тепер я бачу, що взялися ще за огірок. Да, я взяв ще огірочок. Наш бульйон готов. І я ще нарізаю по огурчикам. Наш супчик. А, в супі ще будуть огурчики. Да. Будуть ще огурчики і будуть ще... Но вже без блендерного измельчения. Без, так. Да. Да, кому как, кому заменит картошку, кому заменит еще какие-то продукты. Вот, а если мы говорим о заменении, кстати, есть у нас еще медаль, которую мы не задействовали, сейчас можем показать нашим телезрителям эту медаль. Что это за медаль, что это был за марафон? Это 8 октября я с командой Run2Go нашей бежали Киев Сити марафон, 42 километра. Наша команда бежала порядка 10 человек. Все бежали на разные результаты. Вот, ну, как бы у всех все получилось. Все довольны. Все довольны, да. Параллельно с тем, как мы уже залили в тарелки наш суп, что хотелось бы спросить, это то, как вы заменяете все-таки овощами то необходимое, без чего, скажем так, не представляли свою жизнь на протяжении длительного периода, поскольку раньше кушали какие-то там мясо и так далее. Как сейчас это заменяете? Плюс таки есть еще такие вот рекорды, скажем так, да, индивидуальные в марафонах. Как до марафона напитаетесь, как во время подготовки и уже после восстанавливаетесь? То есть до марафона я питаюсь, как, у меня рацион такой, завтракаю я фруктами, обедаю овощами преимущественно. К вам на завтраке можно приходить, да? Обязательно, обязательно. Приходите на фреши, на коктейли, на смузи, все это я делаю как бы из фруктов. И вечером, опять же, это легкая еда какая-то, это может быть коктейль какой-то или легкий очень салатик, ну, чтобы подготовить организм ко сну. Вот. Что-то определенное нет. Я питаюсь просто разнообразно. Очень много использую зелени, потому что в зелени, в принципе, все необходимые нам микроэлементы для нашего организма. Какая-то есть специфика, специфичный овощ или фрукт, который помогает вот подготовиться, либо потом восстановиться после бега? Ну, например, такие питательные, как, например, банан. В момент забегов, например, я ем бананы, апельсины. То есть я использую, в принципе, эти два фрукта основные. Вот. Перед забегом я могу выбежать, в принципе, даже и на голодный желудок. То есть я не нагружаю организм. Это уже, скажем так, индивидуально. Да, либо я выпиваю коктейль, опять же. Это может быть банан, финики, груша, яблоко. Это постоянно разное. То есть я постоянно меняю, никакие рецепты не придерживаюсь. Какие-то более сезонные продукты я использую вот именно когда идет сезон. Вот так, друзья, на самом деле самая главная мотивация и самое главное подобрать свой индивидуальный ключ к организму. Я так понимаю, что у нас уже готово или нет? Да. Супчик наш готов. Что мы еще делаем? Мы что еще у нас делаем еще много ингредиентов. Да. Так, мы наверное, ох, сразу достану, да. Наши тарелки. И сделаем такую хитрую вещь, как спагетти из кабачков. Да. Есть такое специальное приспособление, которым круто. Мы это по легким движениям для карандашей. Заточим несколько кабачков сейчас. Круто. То есть мы нарисуем, можем сразу в тарелке нарезать, чтобы, как говорится, сразу все это и употреблять. Это штука какая-то специфическая или можно найти в любом магазине? Нет, это в магазинах продается, они разных модификаций. То есть абсолютно. Это можно все приобрести в магазине. Так, ну вот такой вот спагетти, скажем, там, да. Эко-спагетти у нас получается. Свежие спагетти, да. Да. Если мы говорим о семечках, что у нас, зачем они еще? Семечки я использую для соуса. Что самое интересное, я использую наш бульон для супа. И также я его модифицирую для соуса. Да, я чуть-чуть его оставил.
Я добавляю сейчас туда руковый зелень. Зелень, опять же, я использую абсолютно разную. Это может быть шпинат. Это может быть любая зелень абсолютно, которая вам больше нравится по вкусу. И добавляю сюда семечки. Получается, соус очень питательный за счет семечек. И мы опять это все... Как говорится, наступает минута шума. Минута шума. Можно перемолоть мельче, крупнее, это опять же все дело вкуса. Да, дело индивидуальных вкусов своих, вкусовых предпочтений, можно сказать. И этим, этим соусом мы поливаем еще сверху. Сверху наши кабачки. Круто, разнообразие цвета, вкуса, запаха. Я хочу сказать, друзья, что, ой, не доведи Господь, мое любимое мясо, я его предам и буду только на овощах. Ну, в любом случае, я рекомендую... Кстати, а как влияет на фигуру, скажем так? Были какие-то показатели, чтобы похудали? Потому что мне всегда говорят, ешь побольше мяса, потому что ты такой худой. Как здесь? Я бы вам не рекомендовал есть побольше мяса, это во-первых. Во-вторых, вам не нужно поправляться, вы идеально выглядите для себя. Вы слышали? Вот. Вы слышали, друзья? Все, все идеально, я не худой. Так, есть сверху... Потому что первый... Первый признак любых болезней организма – это излишек веса. Поэтому... Так что все, эти проблемы, я доволен. Так, сверху мы посыпали еще кунжутом для вкуса. Так, я так понимаю, что оба блюда оба уже готовы. Оба блюда готовы с соусом, первое, второе. Друзья, как говорится, вам приятного аппетита, нам тоже приятного аппетита. Нагадую ще раз, що у нас сьогодні в гостях був вегетаріанець, який розповів, як і що можна зробити. Сергій Ян сьогодні у нас був гостяк. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Спасибо.